На столе номер 4 начался матч одной четверти финала. Кондратьев Иван, Иванов Глеб. Переходите на YouTube, смотрите. А у нас Вишнякова Ольга, Иванова Елена. И Виноградова Мария против спортсменки по фамилии Ким. И Вишнякова Ольга выходит в полуфинал турнира. И счет в первом сете матча Кондратьев-Иванов становится 9-9. На первом столе скоро начнется трансляция матча одной четверти мужского полуфинала. Встречаются спортсмены Таламанов Иван
и Артеменко Никита. Одна четверть. Напомним, что на одном из чемпионатов, кажись, даже на прошлом или на позапрошлом, именно Таламанов Иван выбил Артеменко Никиту из верхней части сетки. Посмотрим, чем закончится матч на этот раз. Спасибо.
И Артеменко Никита сравнительно легко выигрывает первый сет. Посмотрим, удастся ли Ивану Толоманову собраться и показать свою игру.